В администрации Ленинского района состоялось первое заседание второго созыва молодежного совета. На повестке были выборы нового председателя органа. Открыл собрание Григорий Авдеев, председатель совета предыдущего созыва. Он подвел итоги работы за 2 года и представил кандидата на вакантный пост. Это Илья Катасонов, победитель конкурса «Рыцарь года 2016» и председатель территориального совета молодежи «Завидное». Основные направления моего видения развития молодежного совета – это развитие территориальных советов молодежи, потому что это фундамент молодежного совета. Это развитие команды молодежного совета, проведение тренингов и площадок, на которых можно всем нам становиться лучше. И замена, соответственно, имеющихся профильных комиссий проектным форматом работы. Собравшиеся проголосовали за Илью, и теперь ему предстоит взять на себя ответственность за работу совета в ближайшие 2 года. С трибуны с напутственным словом выступили те, кто непосредственно работает с молодежью в районе. Теперь ваша задача — стать одной большой командой молодежного совета и показать вашу эффективность, то, что вы молодцы, всему Ленинскому району. Вы, управление культуры, отдел молодежи, все молодежные центры, вы все вместе, мы все вместе занимаемся стратегическим развитием молодежной политики. Соответственно, вот эту ответственность, пожалуйста, осознавайте. Основной упор работы молодежного совета при главе Ленинского района в этом году будет направлен на организацию мероприятий, развитие команды единомышленников, проведение тренингов, деловых игр, экскурсий и совместных поездок. Во втором созыве можно увидеть новые лица, большинство этих молодых людей из территориальных советов молодежи. За год существования ТСМов активная молодежь смогла заявить о себе, принимая участие в районных акциях и проявляя творческую инициативу. Ближайшее большое мероприятие, подготовкой которого займутся ребята под руководством нового председателя, — День молодежи 2017. У нас в гостях Илья Катасонов, новый председатель молодежного совета при главе Ленинского района. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Наверняка вы уже выбрали какие-то приоритетные направления деятельности. Можете ли рассказать о них поподробнее? Первое направление — это развитие территориальных советов молодежи на территории, то есть помощь в взаимодействии друг с другом, то есть создание площадки, на которой каждый территориальный совет молодежи может обменяться опытом с другим, как-то помочь, может быть, где-то инвентарем, может быть, людскими ресурсами, умениями и так далее. Второе направление – это развитие команды самого молодежного совета посредством тренингов. У нас вот был проект «Команда местного самоуправления», на котором мы также обучались. Это и каким-то лидерским качеством, ораторскому мастерству и так далее. Соответственно, вот развитие команды – это второе направление. И третье направление – это изменение формата работы в молодежном совете с профильных комиссий, которые были раньше, на проектный формат работы, когда любой участник молодежного совета может предложить свою идею, то есть свой проект, и реализовать его. Связь между муниципальными властями и, собственно говоря, советом. И существует, насколько она эффективна, насколько она действенна? Я думаю, вполне эффективно существует, потому что нас слышат, когда мы хотим какое-то мероприятие провести, нам оказывают посильную помощь. И вот как раз создается вот эта, скажем так, атмосфера, в которой молодежь может реализовывать свои идеи. То есть очень, ну, очень много проектов, которые мы хотим реализовать, мы с ними приходим, и нам дают возможность их сделать. Не закрывают. Да, делайте, хорошо. Ну и заключительный вопрос такого личного порядка. Чувствуете ли вы себя уверенно? Или все-таки существует какая-то внутренняя, какой-то мандраж, как это говорят? Все-таки новое дело для вас наверняка. Ну, я думаю, мандраж, он всегда присутствует. Как говорят, не боится тот, кто там ничего не делает, или ну совсем люди, которые ничего не понимают. Мандраж, он есть, всегда есть и будет, но уверенность чувствую, думаю, все получится. Но главное – это деятельность действительно команды. От одной моей уверенности ничего не будет. Надо эту уверенность еще вселить команде, и, соответственно, вместе тогда мы пройдем, прорвемся и сделаем вот этот созыв второй. Я думаю, очень хорошо пройдем этот путь 2-летний. Ну что ж, мы тогда тоже желаем удачи и вам, и вашей команде. А я напомню, что у нас в гостях был Илья Катасонов, новый председатель молодежного совета при главе Ленинского района.